Всем привет! Выбрались мы сегодня наконец-то. Хотим посетить зеленый базар, подкупить летом продукты. Да. Ну и так посмотреть, что продается. Вот он, зеленый базар. Мы уже вышли с базара зеленого. Ну что сказать, прикольно там, много всего интересного продается. Взяли на пробу копченые козы попробовать. И я нашла здесь сыр сулугуни. Мой любимый сыр, вот такой вот, знаете, который косичкой заплетенный. Вон Олег его уже дегустирует. Да, вот такой. Обожаю вот этот сыр. Таким, да. Я не очень любитель сыров, но он обалденный. Ты это как просто... дикий, как варвар ешь его. Конечно. Кирюшка тоже дегустирует любимый сыр. Сулугуни. Да. Его прикольно, мне нравится так его отрывать веревками и есть. Вкусный? Тебе понравился? Да. Вот. Вот это вот на зеленом базаре. Сейчас в магазине купили мороженое и нашли такие семечки, я не видела, культурные. Были еще с Генри Фордом, а здесь собака Кунабаева. Там еще какой-то розыгрыш, там можно еще 1000 тенге найти. Прикольно сделано, семечки культурные. Да, прикольная. Да. Он привет, Кирилл. Сейчас будем выбирать. Кушать. А тем мы будем кушать пиццу. Сейчас будем кушать пиццу. Кирюшки. Кирюшка, какой ты будешь, колбаской? Сейчас перекусим и пойдем погуляем. Сейчас расплатить. Нам все подсказали. Давно в метро не катались уже.
Ксюша. На этот раз мы сюда. Все, пришли первый раз на эту ветку. Сейчас на ту уже идем. Все нормально. Как он быстро сейчас. Кирилл офигел, он ни разу не был на метро. 10 секунд. Сейчас там уже чуть-чуть осталось. Еле тебя поймали. Ждал. Еле поймал его, говорю, по метро носится. Так, ну вот, наконец-то мы дома. Сейчас хотела показать вам, что мы купили на рынке, на зеленом базаре. Вот про такой я сыр говорила. Вот он, сулугуни. Очень вкусно. И вот взяли козы копченые попробовать. Такой еще не брали. Вот нам дали не очень жирный. Он стоил 10 тысяч килограмм тенге. У нас вышел кусочек на 5. Ну, на пробу. Очень, кстати, вкусно. Еще хочу вареный взять попробовать. Всем привет! Как вы догадались, мы в Алматы приехали. В общем, мы тут второй день. Нам тут очень нравится. Эти дни мы исследуем город. Он очень зеленый. Он несравним с Астаной. Он по-своему красивый. Нравится тут гулять? Да. Тут столько сейчас хотел сказать. Да. Ты стесняешься камеры? Нет. Мы уже два раза здесь пользовались общественным транспортом, троллейбусом, автобусом. Ну, метро не считаю я в этот список. В общем, здесь нужно отдельное приложение скачивать. Если в Астане мы расплачивались через Каспи приложение, здесь мы через Каспи не получилось, мы установили Оней. Да, приложение, Олег? Оней? Приложение. И через него уже оплачивали. Правда, там пока... карточку привяжешь, немножко проблематично, нужно подзаморочиться. Я это все в автобусе делала. Здесь после Астаны, конечно, вообще джунгли, столько зелени, везде деревья такие большие. Да, мы гуляем в тенечке. Оно солнышко, но тут за счет деревьев постоянная тень, комфортно очень гулять. Кириллу нравится, как деревья пилят. Стоим, смотрим. Вон там.
кинотеатр. Вон Олег хочет, наверное, Кирилла посадить в тележку, а то он уже устал у нас. Это он любит. Попа вмещается? О, вмещается, отлично. Красота какая. Да туда, наверное, вон, в супермаркет. Мам, ты тут была с папой, а сейчас? Тележка Леруа Мерлен. Это мистер Йода. А это кто, Кирилл? Это красотка. Красотка. Кто ты? Отлично. Зашли в местный Магнум. Да, посмотреть цены, прицениться. А то вчера на зеленом базаре ценники. Помидоры почем там были? 2500 помидоры были. Или 3500? 2500. Да, 2500. И картошку ты почем видела? 590. Да, вот 590. Но здесь вроде нормальные цены. Вот думаю, ничего себе, Алматы, дорогой город. Тут есть... Социально, вон такой есть картофель, как мы покупаем, который. Это вот Ну, он немножко завял, правда? Вот этот вот мы такой берем. 189. Ну вот нормальные цены. Да. Вполне. 590. Ну да, то что-то мы нашли какое-то там, видать, какое-то туристическое место было. Ценники нас как-то напрягли, думают о себе. Так, выбираем тут с Кириллом конфеты. Нашла одни из любимых Шалена Бджилка. А я продается. А Кирилл такие нашел. Кирилл, положи, сейчас мы наберем. Много местных местных кондитерских. Мамочка, мы эти берем. А что это за конфеты? Ну возьмем чуть-чуть такие, хорошо. Чупа-чупсы на развес. Одну положи ему в пакетик, пусть попробует. Вот такая-то, слышь, кадр такой хороший, ты такой идешь, Кирюша, и горы. Что-то мы за сегодня тоже подустали. Поставляем горы. Вон сидим, а сзади горы. Где? С той стороны Бишкек. Ага. Вон там сзади горы, так красиво. А это красиво. Моста. Сейчас они лучше просматриваются. Сиди.